В Вайхале стартует чемпионат «Лучший по профессии Алроса». Профессионалы в разных компетенциях покажут свои способности в теории и на практике. Всего на северной площадке в конкурсной программе выступят 25 участников из разных структурных подразделений компании. Сегодня Айхал ждет участников Судачнинского, Мирненско-Нерубинского ГОКов, Управления капитального строительства из Алмаза Фанабара и Североалмаза. Айхал сегодня готов принять гостей, участников, конкурсантов, зрителей, судей. Вот. И хочется пожелать всем участникам успешного выступления. Сегодня одна из самых важных задач в Алрос – это иметь высококвалифицированных работников. И очень важно проведение таких чемпионатов, которые дают право повысить нашим работникам свое профессиональное мастерство. Пожеланиями участникам поделился победитель прошлогоднего чемпионата Эльмир Батардинов, машинист ПДМ подземного рудника «Айхал». Волнение, оно есть всегда. Наверное, без этого никак. Надо держать себя в руках, все эмоции. Без этого никак, потому что многие боятся публичности. Именно страх. Надо это перебороть. А что я желаю участникам? Соревнования есть соревнования. Неважно, кто победит, главное – участие. Желаю всем хорошо провести время, показать свое мастерство. Желаю всем удачи на данном соревновании. Чемпионат «Лучший по профессии» пройдет в Алмазном регионе с 6 по 11 июня. В этом году соревнования пройдут в два этапа – в Айхале и Мирном. За звание лучших поборются 79 участников из 14 подразделений дочерних обществ «Алроса».